chin and the heel digs right into the body. You see Charles McCarthy just couldn't hide the pain. Wow, looking to parry those shots. Oh, my! With a spinning back kick, he's hurt. He hurt him big time. He's trying to finish. Bad. It is all over! Look at that spam! To the head. Trying to set something up. Yep, there it is. Oh, got him on his head. Dennis Seaver spinning back kick. Looking to finish. It is over. He looked to set it up a moment ago, Joe. Man, one of my favorite techniques, the spinning back kick. Look at that, full torque. Привет, бойцы. Сейчас покажу вам такой довольно интересный, довольно опасный удар ногой с разворота в корпус. Именно в корпус. Этот удар наносится обычно дальней правой ногой, пяткой в область печени противника. Очень интересный. Нокаутов, конечно, этим ударом немного, но он очень сбивает дыхание и заставляет противника опускать руки всегда. А дальше уже можно дорабатывать на голову. То есть как он наносится? В левосторонней стоечке главная задача развернуть опорную ногу. То есть разворачиваем левую ногу пяткой к противнику, как бы поворачиваемся спиной. Правую ногу, колени поднимаем к себе, подносим. И дальше выпрямляем корпус. То есть удар получается толчковый с колена от себя спиной к противнику. Да, есть момент, что нужно повернуться спиной к противнику, но это делается все быстро и возвращается обратно в стойку. То есть развернули пятку, бам, пробили, и дальше правая нога возвращается на место, а ты становишься опять в левостороннюю стойку. Просто так этот удар, конечно, не пройдет, но его часто маскируют. Например, когда работают, да, в стоечке, левый прямой бросают, противник начинает поднимать руки, закрывать голову, прикрывать, да, в защиту уходить. И когда идет этот момент, локоточки расходятся, стойка встает, локти широко встают. И в этот промежуток, в этот как раз проходит и нога с разворота. То есть идет разворот прямой, из прямого сразу бам, идет удар в корпус. Солнышко, печень. Вот это две основные точки для этого удара. И опять стали, бам, бросаем, бросаем, закрывается, бам, бам, сразу. Идет двойной удар. Раз, два. Это основной момент, так сказать, прикрыть, замаскировать удар ногой с разворота. Также есть разные, по-разному это можно все делать. На голову, например, хайкиками работают, да, когда идет в голову хайкик пробил, противник закрылся, ты пробиваешь раз, пробиваешь два, показываешь опять хайкик, а сам бьешь в корпус с разворота. Тоже очень сильно это все. Ручки все время вверх-вверх, и в корпус прилетает удар. Но обычно с разворота бьют, то есть удар этот используют наоборот, для того, чтобы потом прикрыть удары в голову. То есть с разворота противник стоит, мы пробиваем, он опускает руки, прикрывается. Дальше мы возвращаем стоечку и можем дорабатывать на голову. Или второй момент сразу. Мы прикрываемся и сразу хайкик в голову работаем. Или прямой в голову. После удара ногой в корпус противник опускает ручки, голова остается открытой. Вот такой интересный, полезный удар. Довольно хорошо его можно применить. До встречи в новых видеоуроках.